Всем привет! Ехали мимо речки. У мужа, как всегда, в багажнике удочка. Стоит на щуку, кидает. Это мы нашли новое место здесь. Сразу вода. Течение такое прикольное. Оттуда идет. Здесь вот, как оно называется, правильно? Короче, заворачивается. А там он мост. Такой большой. Здесь говорят, глубина где-то 7 метров. Не проверяла, не знаю. Вот такая красота. Ну, ветер здесь, конечно, дует. Я немножко закрыла микрофон, не знаю. Солнышко светит. Что, зацепилась? Зацепилась. Нет, вода, конечно, прикольная. Здесь такие мелкие-мелкие волны от ветра. Там прям так. Все. Страшно. Ну, дна не видно. Но течение, конечно, хорошее. Прикольненько. Там вот за бугром. Село или поселок какой-то я видела, дома есть. Оборвалась, наверное, это резиновая рыба. Может, воблер, я не знаю, на что он выглядит. Что забрасывал. Как всегда, если поймает, то покажет. А если нет, то все, до новых встреч. Пока-пока.